Добрый день, друзья мои. Сегодня у нас тестовое испытание смартфона B2021 компании F150. Распаковочку мы уже показывали. Сегодня мы будем его бить, топить, замораживать. По плану у нас еще его в воде заморозить и посмотреть, будет ли он показывать. Уже третий дубль делаем. В тот раз звук, микрофон не включился. Мы уже его топили не один раз. Веревка, видите, задубела вся. Но переснимаем. Так, у нас есть прорубь. Сейчас мы его в речке здесь утопим. Смертельный номер. Включаем камеру на телефоне. Режим видео. Фонарик включен. Включаем запись. Запись пошла. Здесь есть темляк у нас. Топим его. Третий раз он у нас принимает все эти ванны. Но сразу же говорю, что все, выдержал все испытания. Мы и бросали его. Сейчас мы это вставим здесь. И купали. И ничего ему не делается. Выключаем. Видим, что все работает отлично. Воды не боится, не забываем закрывать заглушки. Под сим-карту заглушечку и все. У нас бедолага замерз. По плану у нас сегодня еще его заморозить, положить в воду. И посмотрим, заморозку он выдержит, не выдержит данный телефончик. Следующее у нас испытание. Давайте мы сейчас сразу же я вам режимы фото и видео покажу на данном телефоне, как он снимает. И потом уже переместимся в локацию жилища. Мы зальем его водой и поставим на улице. И когда он замерзнет, мы посмотрим, выживет ли он после замораживания. Погнали. Сейчас примеры видео и фото. Смотрим.
Выбрались мы на красивейшее место на берегу реки Быстрица. Сейчас мы здесь проверим у данного телефончика, как снимает он видео. Сегодня достаточно солнечно. Видим, есть ли засветы, пересветы. Ну и, соответственно, стабилизацию. Проблема данных телефонов всегда была в стабилизации. Еще ни одного у меня не было телефона влога водозащищенного, ударопрочного, чтобы хорошая была стабилизация. Всегда акцент ставлю производителю, говорю, что сделайте хорошую камеру. Не нужны вот эти футуристические виды, вот эти все ребра жесткости, вот эта вся эта красота. Ну не нужна она. Сделайте хорошую камеру. Путешественникам, пожарным, милиционерам нужна хорошая камера. Она не чтобы не только фотографировала хорошо, а чтобы еще и снимала с хорошей стабилизацией и качественную картинку. Так что давайте проверим. Делайте выводы. Примеры видео. Погнали. Тест записи телефона B2021. Разрешение Full HD 1080p. Видим. Также умеет снимать 720. 4К данный телефон не снимает. Смотрим примеры видео. Засветка напротив солнца. Красотень. Ну и сразу же слушаем, как динамик работает. Ну как? Холодно? Нет, нормально. Пойдем стабилизацию проверим, как идет стабилизация. Проблема данных телефонов со стабилизацией, как уже говорил. Непонятно. Сами видите все. Понятно, что здесь раскадровка немного другая будет. YouTube качество сожмет, в оригинал не передаст, но общее сведения можно понять, что да как. Сейчас Юлечка стоит напротив солнца. Смотрим, вытягивает, не вытягивает. Да, есть тут регулировки разные. Все нормально. Вот так данный телефон снимает видео. Сейчас мы на него пофотографируем. Видео снималось 1080p в разрешении. Сейчас пофотографируем на фотоаппарат. Тоже настройки выставлю, потом скажу, какие настроечки. Погнали, смотрим примеры фото. Ну вот так снимает камера, сами видели. Так я не нашел, где здесь широкоформатный вид на данной камере. Минимально настройки. Сделал HDR, поснимал просто. Сами видите, как качество видео снимает для данного телефона. У нас сейчас на улице 16 градусов, но к вечеру все равно 30 обещают из-за солнца. Так, смотрим. Телефон, видим, что связь есть, все работает. В прямом эфире мы сейчас его заглушки смотрим, закрыты, заглушки закрыты. Сейчас мы его заливаем холодной водой и оставляем. И смотрите. И замораживаем. Когда он у нас замерзнет, мы попытаемся на него позвонить. Все. Оставляем в таком состоянии сейчас его на улице. Я думаю, через часик он у нас замерзнет весь. И будем на него звонить. Посмотрим, выживет, не выживет. Жалко будет сим-карту, если не выживет. Придется менять, ехать. Ладно, все, пускай здесь стоит. Вернемся мы. Я не знаю, когда замерзнет. Пока не замерз, давайте попробуем позвонить на него. Но мне кажется, что не дозвониться будет. В воде сигнал не проходит. Смотрим. О! Во-во-во-во-во, Ильичка, покажи. Ха-ха,
Видим, что вызов идет под водой. Сейчас, покажи, Юль, пока светится. Телефон потихоньку замерзает, уже минус 17 у нас. И попробуем после замерзания дозвониться. Смотрим, что получится. Итак, у нас прошло час. Температура на улице минус 22. Пойдемте проверять. Сейчас мы опять попробуем эксперимент. Позвонить, покажи, что с ним стало. Видим, за час замерз не до конца, но все же набираю я вызов. Покажи, Юлечка. Вызов идет. Ха-ха-ха-ха! Работает, друзья мои. Давайте его извлекем. Я даже не знаю, как его доставать. Час пролежал в воде. И все. Замечательно. Водок B2021. Все, ссылочки оставлю в описании. Между прочим, у них акция проходит с 18, по-моему, по 21 или по 23. Скидку они дают колоссальную на данный телефон. У них есть розыгрыш. Тоже в конкурсе можете поучаствовать, если кто хочет данный телефон выиграть. И ссылочки оставлю в описании. Так что телефон выжил, все нормально. Работает, видим, как часы. Лайчик за тесты. Жалко, конечно, было, но он все смог. Бизончик. Ладно, всем пока, удачи. Следующие телефоны, которые будут на обзоре, опять будем испытывать. Мы постоянно их тестим, данные телефончики. Спасибо компании за предоставленный гаджет. Ну и качество видели, не подвело. Всем пока, удачи, у нас дубак. Мы продолжаем снимать видео. Увидимся.